Друзья, всем привет! Снова я в сборке мебели. Вот собрал вот такую вот конструкцию. И кое-что вам сейчас хочу рассказать. Как раз тот случай, когда вот пригодилась вот эта вот насадочка угловая, шуруповерт. Смотрите, вот я пользуюсь шуруповертом. У меня вот такой переходник быстросъемный, шестигранник, формат закручивать. И неожиданно для себя схеме не заметил. Шестигранный конформат, который мне надо закрутить. Смотрите, шуруповерт не лезет. Я уже как-то показывал один раз про вот эту вот насадочку. Вот тот самый случай. Покручу, видите, он не захватывает. Шестигранник он слизывает, я биту слизываю, получается. Можно вот так вот обойтись без угловой насадки, вот это просто снять, вот этот вот мой быстросъем, видите? И укороченную биту вот сюда установить в патрон, уменьшив расстояние, тем самым компенсировав расстояние, да? Не забывайте, редуктор должен быть на минималках, чтобы не просадить туда вот это все, потому что ДСП. Ну вот смотрите, без угловой насадки тоже не лезет. Вот он этот случай. Вот смотрите, сейчас покажу, как выручает эта насадочка. Причем обратно, видите, можно вставить эту биту в быстросъем, без быстросъема, вот сюда. Воткнуть просто. Ну, я вот уже сразу, чтобы не заморачиваться, обратно этот шуруповерт в итоге запузырю. Вот ставится вот эта насадочка. Обычная, недорогая, вот такая конструкция получается. Здесь рукоятка может быть, но я как бы не пользуюсь. Здесь еще резиновый ухват такой. Вот этот вот болтается, это ничего страшного. Смотрите, если я его удержу, не болтает. И вот смотрите, тот самый случай, когда есть возможность, вы спокойненько подлезть, вот видите, вот я закрутил, прихватив вот эту вот планку. Это тумба сейчас вверх тормашками, которая возле пола планка, не учел вот это расстояние. Вот такая выручалочка, если еще раз показываю. В общем, вот такая вот штука, годная вещь, как бы, да, выручает и в непредвиденных ситуациях. Конечно, можно вот этот шуруповерт впихнуть, ну, вот как я говорил, вот смотрите, даже если вот так вот в самую глубину запихнуть, вот смотрите, видите, да, он влезет, вот он сейчас захватывает, но пока он вытянет у вас конформат, он вот сюда упрется, смотрите. И как его теперь вытащить? То есть надо наискосок, да, получается? Вот так вот. Наискосок не пускает меня конфирмат. Смотрите, я сейчас... Вот это вот надо мучиться, да? Царапать мебель, царапать шуруповерт. Вот так вот. Вот, смотрите. Видите? Вот сейчас выкрутил. С минималкой. Видите, торчит в патрон. Ну зачем вот эти пляски с бубном, если можно просто иметь вот такой вот переходник угловой? Аккуратненько все. Такая вот штука. Есть шуруповерты со сменным патроном угловой. Вот многие задаются вопросом, угловые насадки, там всякие, съемная голова, да. Тоже вот для мебели, для сборки каких-то работ, в каких-то тесных, стесненных условиях. Ну, вот такой формат шуруповерта. Друзья, я не хвастаюсь, я просто, ну, вот кое-какие рекомендации даю вот на своем канале. Так что подписывайтесь, кому-то, может быть, и пригодится.